Привет всем! Привет-привет! И снова с вами Барби. Пи-пи-пи-лим-пи-лим-пи-лим-пи-лим. Ой, кто-то мне звонит. Нужно посмотреть, кто же это. Алло? О, Элли, привет! Ты сегодня ко мне придешь в гости? Ну давай, приходи. У меня сегодня есть целых 2 киндера. И мы будем с тобой их распаковывать. Давай, я тебя жду. Ну все, пока, до встречи. А вот и Элли пришла. Элли, заходи, быстрей. Привет, Барби. Привет, Элли. Как твои дела? Нормально. Ты сегодня ко мне пришла в гости? Да. Ой, я очень рада. Я была так рада твоему звонку, потому что сегодня мне купили 2 больших киндера, но мне было самой совсем их неинтересно распаковывать. Я хотела это сделать с тобой или с кем-то из своих подружек, но я очень рада, что ты ко мне пришла сегодня. Я тоже очень рада. Ну что, давай будем приступать. Садимся ближе к столу. Ты садись с этой стороны, чтобы тебе было хорошо видно. Вот сюда поближе садись. Ты же маленькая. Можешь сесть прямо вот здесь. Так. Ну давай, начнем мы, наверное, с киндера. У нас сегодня, посмотрите, какие у нас сегодня киндеры есть. Диванчик поближе, чтобы мы не падали. У нас сегодня есть таких 2 киндера. Киндер Джой и киндер... Правильно, не знаю, как он называется, но написано, по-моему, Братик Джоя. Это братья киндера Джоя. Вот такие сегодня у нас 2 классные киндера. Какой мы будем первый открывать, Элли? Давай откроем киндер Джой. Первый киндер Джой, да? Ну тогда давай этот киндер пока поставим. Ну давай, бери, открывай. Очень интересно, что же там попадется в нашем киндере? Давай же мы посмотрим, что же там будет. Так, одну половинку оторвали уже. В одной половинке здесь в киндере Джоя шоколад очень вкусный. Покажи, Элли, в какой половинке шоколад? Вот такой. В этой половинке шоколад, да? Он очень вкусный, кто не пробовал, обязательно попробуйте. Очень вкусный шоколад. Мы его отставим пока в сторонку, поближе к столу. Вот такая вот ложечка идет, чтобы кушать. Вот этот шоколад, да? Да. Давай, ложечку мы тоже сюда поставим. Ну а теперь же очень интересно, какая же игрушка там будет. Ух ты, что это? Это... А ну, покажи. Это пальчиковый... Что это? Скейт. Это скейт такой, вот это круто. Ну давай мы посмотрим, как же его собрать. Вот какой классный скейт. Вот это да, вот такой игрушки. Вот так это надо. Наклеечки. А что это такое? Это, чтобы перепрыгивать. А, это как будто бы такая горка. И вот скейт. Едет, выезжает на горку и перепрыгивает. Вот это классно. Вот, посмотрите все поближе. Какой красивый скейт. У него голубые колесики маленькие. Сам он красного цвета. Очень хороший материал у него. Он вот такой тверденький. Пластмасса очень хорошая и крепкая. Здесь надо наклеить наклейку. Давай, наклеим наклейки. Наклеивай. И покажи, что у тебя получилось. Покажи, что здесь. А что же здесь на наклеечке нарисовано? Давайте посмотрим ближе. Здесь на наклеечке какой-то, как маска какая-то. Ну, что-то такое. Какой-то человечек. Какой-то человечек, да, лицо какого-то человека. Вот какой классный скейт. Вот это круто. А ну как он едет? Давай посмотрим. Едет, он очень... Он очень хорошо едет. И еще надо наклеить наклейку на вот эту горку. Давай, наклеивай. Ой, Элли упала. Ну, давайте же посмотрим, что у нас получилось. Вот у нас здесь нарисовано, написано «Стоп». И вот у нас наклеена наклейка, немножко плохо приклеилась наклейка, да? Немножко плохо. Ну ничего. И вот так вот надо ехать.
Классно. Ну, давайте мы посмотрим пока вкладыш. Что у нас здесь нарисовано на вкладыше? Вот у нас и показано, как нужно играть с этой игрушкой. Вот наша горка. Сейчас я поближе покажу всем, чтобы было хорошо видно. Вот наша горка, вот наш скейт нарисованный. Вот уже мы наклейку тоже приклеили. И на скейт, и на горку. И вот пальчиками нужно брать и ехать через эту горку. Давайте посмотрим, что на этой стороне нарисовано. Здесь нарисована коллекция. Какие бывают скейты? Эти скейты бывают разного цвета. Коричневого, красного. Или это серый, желтый. Да, очень красивые. У них разные колеса. У нашего голубые колеса. У серого красные. У желтого зеленые колесики. А вот этого черного или это коричневый? Черный. Это черный, да. У него желтые колесики. Очень крутые скейты. Нам очень понравилось. Мы отлаживаем это в сторонку. И открываем следующий киндер. Так, и откроем следующий. Скейт тоже будет возле Эли. Она будет теперь, наверное, на нем кататься. Эли, Эли, будешь кататься да. на скейте? Будешь. Ну, давай посмотрим, что же тогда. Я открываю второй киндер, да? Ты не против? Нет. Ух, он здесь так тяжело открывается. Все, я уже открыла. Опа, смотри. Здесь такая ложечка. Этот киндер, он идет братик киндера Джоя. Мы его еще никогда не покупали, это первый раз мы его купили. Смотрите, здесь такая ложечка. А давайте посмотрим, что же здесь в середине есть. Здесь какие-то... Что же здесь такое? Интересно. Ух ты, смотрите. Это... Здесь вот такие... Печеньки какие-то. Печеньки вот такие. И а там... под печеньками внизу есть такая, как паста такая белая. Как крем белый. Очень, наверное, вкусно. А ну, Эли, попробуй. Очень вкусно. А ну, попробуй, Барби. Какая вкуснятина. А какой интересный это печенька. Очень вкусно. А ну, ты попробуй. Вкусно. Смотрите, вот еще раз. Кто такой его киндер еще не покупал, как и мы в первый раз. Мы пока оставим это в сторонке. Давайте откроем же игрушку. Открывай игрушку. Показывай здесь, чтобы было всем видно. Давайте откроем, посмотрим, что там будет в нашей игрушке. Барби, можешь мне помочь? Давай, помогу. Неудобно здесь, да? Наклейка. Здесь очень так приклеен сильно. А ну, что же у нас здесь интересно попадется? Ой, смотрите, что у нас там? А у нас попался. Вкладыша здесь никакого нету. Вот. Нету вкладыша здесь? Нет. Это вкладыш тут остался еще, да? Это... А вот и наш самолет. Посмотрите все. Какой? Он под низом желтый, голубые колесики у него. Здесь он красный. И вот у него такие маленькие колесики. Он должен на этих колесиках разгоняться и потом летит. Интересный. Да? У нас сегодня, смотрите, все что-то попадается такое, чтобы кататься. У нас попался здесь скейт, а здесь такой самолетик. Очень красивый. Эли, тебе нравится? Да. Барби, а ты знаешь, что завтра мое день рождения? Завтра твой день рождения? Да. Вот это классно. И мне подарят какие-то карточки. Ой, а можно я к тебе приду на твой день рождения? Конечно. Ты меня приглашаешь? Да. Хорошо, тогда я приду и подарю тебе тоже что-то обязательно, хорошо? Хорошо. Ну все, а ты заказала, чтобы тебе подарили карточки? Да. А кто тебе должен купить их? Скорее всего, мне должна купить старшая сестра. Очень интересно. Я тоже хочу посмотреть, что это за карточки. Ну хорошо, тогда до встречи. Завтра мы с тобой встретимся. Ну все, тогда на сегодня всем пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на наш канал и заходите, смотрите новые видео. Пока-пока. Пока-пока.